отчество, как его? Александровна. Александровна. А дата рождения у вас? Ужас. Куда ехала? Кальменский район, декабрь 2021 года. В этой аварии погибло 3 школьника. После уроков учительница просто решила подвезти детей до дома. Что было дальше и почему женщина проехала на запрещающий сигнал светофора? Ответы на эти вопросы, наверное, уже не имеют значения для родителей погибших детей. Так что в Алтайском крае делают для того, чтобы предотвратить подобные аварии? И как после таких трагедий живут машинисты? Об этом в ближайшие 10 минут. В этой аварии выжило двое. Учительница, которая была за рулем, и школьник. И это настоящее чудо. По-другому и нельзя сказать. Ведь при столкновении с поездом происходит такой мощный удар, который просто превращает машину в консервную банку. За одну секунду поезд проходит до 25 метров. Для остановки состава, который движется со скоростью 70 км в час, необходимо 700 метров. Это примерно 6 футбольных полей. Машинисту понадобится несколько минут, чтобы остановить поезд. Для примера, тормозной путь автомобиля при такой же скорости всего лишь 20-30 метров. И это объяснимо, ведь один грузовой состав массой более 5000 тонн равен 3000 автомобилей. Так выглядит кабина машиниста. На этом симуляторе проходит обучение машинисты. Тренажер помогает воссоздать реальные рабочие условия. И сегодня наша задача увидеть, что происходит при резком торможении поезда. И в этом мне будут помогать Ольга Ведерникова, главный редактор «Комсомольская правда» Барнаул, Иван Алексюк, ведущий на радио «Комсомольская правда» Барнаул, и Дмитрий Андреев, водитель со стажем. Всегда в детстве хотел подудеть, знаете, вот такое, как кино. Это с кем связываться? Все. Как все? Столкновение, вон написано. Ведерник, ты что, поезд столкнулся? Точно. А с кем я столкнулась? Там никого не было. Как так-то? Хорошо, когда есть кому помогать. Давай. О, все, мы врезались. О, тындыщ. Тормози. Почему? Она стоит просто. А, нет. Для какого-то смысл тормозить-то? Опоздал. А может, успею? Так она уже... Слушай, она успела? Ес, успела. Вперед до конца. Нет. Это? Да. Кажется, успели человека. Дим, ты че? Вот так вот. Так я им сигналил. Вы сейчас попали в несколько аварий уже, и там избили. Про несколько-то не надо говорить, хотя бы про одну сказала. Ну, конечно, сложно поезд остановить, он же тяжелый. У него тормозной путь очень большой, а видимость бывает ограниченная. Машину ты можешь затормозить, это все равно будет быстрее. Но тут скорость быстро сбросить не получится. А ты вообще лихачил когда-нибудь так вот, ну, на переездах, может быть? На переездах не, я всегда дисциплинированно останавливаюсь на стоп. Вот в этой ситуации, когда ты оказываешься здесь в кабинете машиниста, ты еще раз убеждаешься, насколько все-таки важна каждая минута в нашей жизни. Мы иногда распоряжаемся временем, наверное, неправильно. Вот когда ты пассажир, ты опоздал на одну минуту, поезд уже ушел. А здесь, когда ты сидишь машинистом, ты опоздал затормозить на одну минуту, и у тебя авария, да, как мы сейчас сбили, например, автобус, сразу много жертв. Если бы эта минута была бы в запасе, то этого бы удалось избежать. Сотрудники РЖД постоянно работают над повышением безопасности на путях. Так, на переездах региона проводят профилактические акции. Сегодня в Алтайском крае эксплуатируется более 200 железнодорожных переездов. Для безопасности водителей они оборудованы стоп-линиями, светодиодными знаками «Стоп», проблесковыми маячками, шумовыми полосами, системой видеофиксации, извещателями повышенной громкости. Из 238 железнодорожных переездов 27 круглосуточно обслуживаются дежурным работником. Часто жители региона задаются вопросом, почему бы на всех переездах не установить шлагбаум и заградительные барьеры. Все дело в том, что переезды, согласно приказу Минтранса, поделены на 4 категории, в зависимости от скорости движения поездов, а также транспортной нагрузки. Камень на оби, зачастую там нарушения происходят, прям выезжают даже при наличии всех заградительных устройств. Мы и дополнительно там еще светофоры поставили с двух сторон, чтобы люди видели. Все равно выезжают, надо понять, у нас более 200 переездов
ЖД-переездов по Алтайскому краю. Представьте, это нам везде надо построить, финансовые средства вложить, а эти финансовые средства будут заложены в конечном итоге потребителю в перевозку грузов. Финансовые затраты вот нести в таком большом количестве, наверное, общество не готово. А это значит, что никакая система безопасности не спасет от халатности водителей. Так, в 2021 году в Алтайском крае произошло 8 аварий на переездах. Погибло 6 человек. Но что делать, если вы уже оказались на рельсах и вдруг заглохла машина? Уже загорелся красный сигнал светофора, впереди столкновение с поездом. Можно ли его избежать? Об этом мы сегодня спросим дежурного по переезду. Проверка радиосвязи, как слышно? Понятно, дежурная по переезду Лукьянова. За долгие годы работы Любовь Лукьянова видела многое. Как пьяные водители сбивали шлагбаумы, как в последний момент удавалось спасти человеку жизнь. Благодаря слаженной работе сотрудников РЖД. Но в случае экстренной ситуации мы срываем заграждение. И после этого мы уже оповещаем машиниста. Что внимание, внимание, на переезде 209-го километра препятствие. Но если поезд уже проехал заградительную точку и до столкновения с заглохшей машиной остается меньше километра, аварию не удастся предотвратить. Кстати, на переездах, которые не обслуживаются дежурным работником, установлены таблички с телефонами диспетчеров и названием переездов. Если автомобиль вдруг заглохнет на переезде, водитель сможет сообщить об этом для принятия мер по остановке поезда. У нас здесь ездит такой контингент, который любят нарушать, поэтому мы с ними боремся и боремся и боремся. У нас стоит видеофиксация, мы передаем диспетчеру Алтайской дистанции пути, и уже потом диспетчера передают в ГАИ, и уже с этим водителем ведется индивидуальная работа. Будьте внимательны, приближение по Чёрному пути. В прошлом году в Алтайском крае предотвратили 23 трагедии. Только вдуматься, сколько это спасенных жизней. А ведь каждая авария, каждая гибель человека на железной дороге – это не только трагедия его семьи, но и часто разрушенная жизнь машиниста. Из профессии машиниста, так сказать, продолжительность жизни, наверное, небольшая относительно среднего уровня жизни мужчин в наших районах. А психологически очень трудно, очень тяжело, когда особенно ребятишки, если очень тяжело. У меня был случай, да, тоже женщина, суицид был, я работал машинистом, со мной работал почетный железнодорожник, помощник машиниста. Когда мы остановились, и нужно было идти смотреть, где женщина, которая бросилась нам под колеса. Помощник машиниста стоит рядом с электровозом и никуда не идет. Я задал вопрос, говорю, почему ты не идешь смотреть? Он говорит, у меня ноги не идут. Даже если смертельная авария происходит по вине водителя автомобиля или пешехода, все машинисты проходят длительный курс реабилитации, с ними работают психологи. Бывает и такое, что машинист не находит в себе силы вернуться в профессию. Машина остановилась перед переездом, водитель прекрасно нас видел, но по какой-то причине перед приближающимся поездом он все-таки решил проехать. Там долю секунды он прямо перед нами вылетел, тормозной путь, я не знаю, на метрах 500-600 будет. Человек 3 дня прожил и умер. Согласитесь, звучит убедительно, ведь железная дорога не прощает халатности, либо смерть, либо искалеченная жизнь. И это не стоит проверять.